Приветик всем. Хотела вам показать. 1 сентября. Яблоки. 5 килограмм за 4 евро. Вот такие яблочки. Это фермеры продавали в деревне Эликане. Затем я купила помидоры по 40 центов за килограмм, по-моему, да. Насколько помню. 6 килограмм я купила. Помидоры были специальные для томатного сока. Я из помидор сделала томатный сок. Я тру на терке помидоры. Их увариваю немножко. И потом закрываю, кипячу баночки вместе с крышечками. И закручиваю. Эти крышечки, они... Это все баночки из-под разных. Это из-под грибов опята здесь были. Это был здесь когда-то. Перчик зеленый, консервированный. Я не выбрасываю стеклянные банки. Здесь было варенье абрикосовое там или персиковое. А нет, это крышка от персикового, а здесь клубничная. В общем, я сохраняю эти баночки с крышечками, из-под майонеза. Это тоже из-под майонеза. Это тоже из-под майонеза. И это из-под оливок. Не выбрасываю я баночки и консервирую томатный сок. Также яйца мы покупаем на базаре. 10 штук. За 10 штук мы платим 1,5 евро. Фасоль мы часто покупаем тоже. Мы это покупали тоже в Ликане. В деревне Ликане там были фермеры. Такая она не очень крупная. 2,5 евро за килограмм. В общем, я за эту покупку заплатила 5 евро. Также в деревне мы купили картошку. Ну, вообще там производят картошку. В этой деревне все почти занимаются картофелем. Выращиванием картофеля. И здесь 10 килограмм. И по 60 центов за килограмм. В общем, мы заплатили 6 евро. Вот вам приблизительно показала, сколько стоят продукты, если покупать у фермеров. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока. Вот принес мой муж с базара виноград. Сегодня 14 сентября. По 50 центов за килограмм. 2 килограмма черного винограда купил. И 2 килограмма белого винограда. Ну, вот это такой немножко перезревший, уже подсохли, но зато полезный очень черный виноград. В общем, за 2 евро 4 килограмма винограда.